Правительство сократит расходы бюджета на 10%. Как пишет Рейтер, такое решение в декабре приняли на совещании у премьера Медведева. Все из-за нефти. В бюджете на 2016 год заложили, что при среднегодовой цене в $50 за баррель дефицит бюджета составит 3%. Но нефть дешевела, и Минфин еще в декабре предупреждал, что если такие цены сохранятся, а меры приняты не будут, то дефицит дойдет уже до 5%. Вчера вечером цена марки Urals упала к $29 за баррель. Свои предложения по тому, что именно сокращать, министерство и ведомство должны представить к пятнице. Если они этого не сделают, то решать за них будет уже Минфин.